Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Бирюка. Следующее, мы говорили, что точка В11 отвечает за костный каркас человека. Итак, данная точка В11 тонизирует все наши кости, активизирует, пробуждает их, наполняет ее энергией ци. Итак, в нашем с вами организме 206 основных костей. 26 формируют костей черепа, 24 позвоночный столб, 25 формируют грудь костей, 64 верхних конечностей и 62 костей формируют нижние конечности. У ребенка около 300 костей. Они должны срастись, и тогда получат сумму 206. Итак, познакомились. Кому непонятно, уважаемый зритель, анатомия, как всегда, нам в помощь. Посмотрите, костный каркас, чего состоит кость. Вот, и когда кость слабеет, разрушается и так далее, и тому подобное, чтобы ее пробудить, активизировать. Есть такое понятие заболевания костей, разрушение костей и так далее, и тому подобное. Анатомия здесь вам в помощь. Чем может помочь акупунктура? Ну, здесь традиционно мы должны подсказать, что меридиан мочевого пузыря работает, согласно теории Син, с меридианом почек. И почки отвечают, что за костный каркас и за состояние костей. Вот так вот они вместе работает. Потому здесь никакого подвоха нету. Почки, укрепляйте почки. Почки укрепляют мочевой пузырь. Укрепляйте мочевой пузырь. Мочевой пузырь укрепляет почки. Вот. И обменится энергией. Если у человека слабые почки, то через меридиан мочевого пузыря мы можем что? Активизировать почки с помощью точки В11 даджу. Но так как, скажем так, с костной системой нельзя шутить, я не рекомендую. Поэтому диагностика 12 меридианов нам будет в помощь. Почему? Потому что мы не имеем права только одной точкой тонизировать все кости. Прежде всего, нужно восстановить систему 12 меридианов в норме. В норму, скажем так, простите. Которая, что и контролирует костный каркас, и не только человека. А уж потом, что воздействовать на точки, которые укрепляют что костную систему. Либо вместе составить рецепт на восстановление и 12 меридианов, и восстановление костной системы. Также у нас есть видеолекция, которая говорит о том, что вода магнитная укрепляет почки, вследствие чего укрепляется что и костный каркас человека. Спасибо за внимание.